Приморье прошел фестиваль «Анучино-медовое раздолье». Анучино заслуженно считается медовой столицей края. Гости мероприятия приняли участие в мастер-классах и дегустациях сладости. Около 5000 приморцев и гостей региона приехало на фестиваль. Центром притяжения стала ярмарка, где крестьянские хозяйства представили лучший мед и фермерские товары со всего Приморского края. Наш мед самый лучший, потому что мы стоим в самом центре тайги нашей. Мед экологически чистый, очень вкусный и самый вкусный мед цветочный наших разнотравья. Самый лучший мед – это, конечно же, липовый. У него очень много преимуществ. Он мягкий, нежный, при этом он насыщенный, обладает противовирусными свойствами. Это самый любимый мед моего отца и меня, конечно же. Производство у нас находится во Владивостоке. Мы отжимаем сыродавленные масла, первый холодный отжим. Делаем безглютеновую муку собственного производства. И наш инновационный продукт – это ферментированные десертные пасты «Ферментелла». Это функциональный продукт. Мы с ним зашли в реестр инновационных предприятий Приморского края в 2023 году. Вообще, я считаю, что самый лучший – это липовый. Это у нас. Он хороший, густой. Влажность не превышает 18%. Вот так вот. Самый вкусный, самый полезный. Да. Мед у меня необыкновенный. А я не только дикоросов собираю, еще подсаживаю фацелью, мордовник. И поэтому такого меда в Приморье нет ни у кого. Такого букета цветов ни у кого нету. Что у нас никто не занимается посадками медоносов. Вот за счет этого у нас и получается самый вкусный, хороший мед, который все хвалят. В течение дня гости участвовали в мастер-классах по приготовлению блюд и напитков на основе меда, а также в конкурсе костюмов «Моя пчела-семья» и в кулинарном конкурсе «Первая сладкая лавка». Также жюри подвели итоги конкурса среди производителей в номинациях «Лучший мед», «Самый лучший пчеловод», «Лучшее торговое место». Победителями стали пчеловоды, которые изготовили не просто самый лучший мед, но и самый полезный, чистый и грамотно изготовленный. Надо соблюдать традиционные технологии, качать в основном печатанный мед. И очень аккуратно и внимательно читать инструкции по применению химических препаратов в борьбе с болезнями и вредителями пчел. И правильно их применять, чтобы не попадало ничего в мед вредного. Ну и также следить за влажностью меда во время откачки. Фестиваль завершился концертной программой, медовой дискотекой с конкурсами, играми и праздничным фейерверком. Мероприятие организовали Туристско-информационный центр Приморского края, администрация Анучинского муниципального округа и Агентство по развитию пчеловодства Приморского края при поддержке регионального министерства туризма. Олег Завьялов, Диана Иванова, новости на Восьмом.